наша конкурсная программа. Вы готовы? Возвращаемся все сюда. Подходим ближе к сцене, особенно участники. Участникам советую встать так, чтобы можно было выскочить, но не отсюда. Отсюда, мне кажется, не выскочить на сцену. Итак, неожиданно у нас... В конкурсной программе не три, а шесть мест, поэтому довольных будет ровно в два раза больше. Я думаю, что мы начнем с последнего. С шестого. Шестого места. Я, к сожалению, результатов не знаю. Плохо быть и участником, и ведущим одновременно. Итак, шестое место. Команда Бакарди! Вручили сам себе приз. Ну-ка, хорошо быть участником, можно сразу все приз забрать. Бакарди, вы где? На сцену. У нас спецпризы от компании «Лотте». Встречаем. Молодцы! Спасибо большое. А теперь дорожный поклон. Забираем свой приз. И далеко не уходим. Итак. Еще один приз от «Лотте». Пятое место. Команда Помор-Пикс. Аплодисменты. Команда Помор-Пикс. Архангельск. Пятое место. Мне кажется, они на радостях. Помор-Пикс, вы здесь. Ау. Яркие такие, цветные были, совсем смешались с толпой. Бегут? Вот, бегут. Итак, аплодисменты еще раз. Пятое место. Команда Помор-Пикс из Архангельска. Специальный приз от Лотте. И следующее. Четвертое место. Четвертое место и такой уже приз повнушительный. Получает Тифу. Я думаю, что вот те, кто давно, да, кто давно занимается и слушает корейскую музыку, знают такую команду, когда спросят. И сейчас было бы, наверное, очень громко. Но не громко. Слишком старые, говорят они. В 2012-м, я тебе напомню, у меня все написано. Итак, четвертое место занимает у нас команда Caps Lock. Аплодисменты! Они сейчас все выйдут? А вы все пойдете, нет? Или только основная команда? Команда Caps Lock! Все, что осталось от Caps Lock. Просто в маске действительно очень жарко. Ну и теперь самые важные места. И, наверное, самое интересное, да? Третье место. Готовы? Барабанную дробь нам. Команда S-Synth! Аплодисменты! Третье место, да, у нас сертификат, денежный приз. Вот так вот, чтобы все видно было, что команда действительно свой приз получили. Еще раз поаплодируем Эссе, город Москва! Итак, двигаемся дальше. Второе место. И денежный приз получает команда из Санкт-Петербурга. Барабанную дробь. Которая танцевала BTS. Выбегают на сцену, начинают закрывать руками лицо и все так же стесняются. У нас уже три призовых места подряд BTS. Серьезно? По-моему, да. Серьезно? И первое место. Самый главный приз. Поездка в Корею, участие на концерте. Барабанную дробь. Первое место. Активнее барабанную дробь. Ребята,
Чарачанва! Громче! Чарачанва! Победители сегодняшнего фестиваля! Они сами, мне кажется, не ожидали этого! Девочки прячут лица. Девочки стесняются, люди. Девочки, девчонки, пойдем макияж. Молодцы! Молодцы, девчонки! Напоминаю, что команда победителя ждет поездка в Корею и возможность выступить на Busan One Festival. Девочки, не забудьте сказать спасибо членам жюри сзади вас. Сейчас сзади все забыли. Ну что ж. Ну и на этом я считаю, что конкурс K-Cover Dance мы успешно завершили. И расходимся, потому что здесь сейчас будет происходить что-то очень-очень интересное. Ну а мы с вами прощаемся. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.